На зарплаты бюджетникам в 2016 году из областной казны выделят более 40 миллиардов рублей. При этом расходы на госаппарат снизят на 9%. Данные озвучил председатель регионального правительства Александр Петрович Нефедов на сегодняшнем заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Вообще же прогнозы по бюджету областной власти дают с осторожностью. В условиях кризиса экономики придется принимать решения по сокращению текущих расходов, в том числе трат на строительство объектов инфраструктуры. Очень сложный будет 16-й год, и мы достаточно такой жесткий бюджет приняли в первом чтении по 16-му году. Наверное, почему говорю так, осторожно, наверное, потому что пока с губернатором точку он еще не поставил, но, наверное, сегодня ко второму чтению мы при каких-то больших вопросах по увеличению принимать не будем.